Санитарная обработка общественных мест. Так официально называют мойку остановок, перил и дорог. Занимается дезинфекцией всего вышеперечисленного компания «Химспецстрой». Препарат безопасен для людей, сообщает подрядчик. Лавочки на остановках, перила и дороги будут мыть с хлоркой. А чтобы обработать дороги, в «Химспецстрое» даже машины переоборудуют. Чтобы успешно все промыть, пока люди дома сидят. Остановки дезинфицируют, но и вы не забывайте мыть руки, носить маски и пить витамины для укрепления иммунитета. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».